На севере Африки большие реки Марога. Везде встречается сегодня Алигейрия. И даже встречаются сплошные плантации субботна в регионе Сфакс. Туниция больше 50 миллионов деревьев по Лиге растут. Официально где-то 64 миллиона деревьев по Лиге. Где-то 64 миллиона. Вот один раз в год, мы снимаем этот урожай, как и все остальные урожаи, кстати, как и риса, на форме добивает, качает нефть. Привозная, у нас не хватает. В губернии Гавса добивают где-то фосфат. Недавно, недалеко от поверхности стоит мрачная салонная горка. Таких садчиков очень много. Называется Сижумия. Это центр города туризма. Сейчас мы направляемся на запад, в сторону города, в сторону пригорода.